Всем привет! Меня зовут Тамара, я преподаватель и методист профильного класса CCN в Москве. Если вы задаетесь вопросом, как выучить китайский язык до уровня, необходимого для поступления в китайский вуз, то вам нужны определенные знания, а минимальные это HSK 4. Но как получить их в кратчайшие сроки? Об этом мы расскажем вам в этом видео. Только представьте, у вас есть возможность за один год вывести свой уровень китайского на новый и открыть перед собой различные карьерные перспективы. Если это звучит для вас привлекательно, тогда продолжайте смотреть это видео. В качестве преподавателя китайского языка я неоднократно сталкивалась с вопросом, как быстро и эффективно выучить китайский язык до уровня HSK-4. И я готова поделиться с вами своим опытом. Прежде всего, следует понимать, что китайский язык отличается от европейских языков. Однако, не стоит отчаиваться, китайский язык имеет простую и логичную грамматику, а значит, его можно быстро освоить, если правильно подойти к его изучению. Итак, начать изучение языка следует с основ. Учите пинин, то есть систему транслитерации, а также простые базовые символы китайского языка. Эти простые шаги помогут вам уже через несколько месяцев общаться на бытовые темы и читать простые тексты. А далее особое внимание следует уделить расширению словарного запаса. Я рекомендую каждый день учить десяток новых слов, простых и самых часто употребительных. Для этого можно использовать карточки со словами и записывать примеры использования этих слов в контексте. Также очень рекомендую начать практиковать чтение учебной литературы на китайском языке. Примерно через полгода изучения языка вы сможете читать различные учебники и книги на языке оригинала. Можете начать со сборника от HSK-1 до HSK-4. И важное замечание. Не ждите результатов, если вы будете тратить на изучение китайского языка 30-40 минут в день. Будьте готовы уделять на это несколько часов утром и вечером. А также рекомендую посещать разговорные клубы и дополнительные занятия с преподавателями. Кстати, у нас на канале выходят полезные ролики об изучении китайского языка от преподавателей. Так что не забудьте подписаться, включить уведомления, и это поможет нам снимать больше полезного контента для вас. На занятиях с преподавателем следует активно участвовать в диалоге, стараться использовать новые слова и предложения и часто задавать вопросы. Важно начинать общаться на китайском языке как можно раньше. Кроме этого, не забывайте о развитии понимания китайской речи на слух. Для этого можно использовать видеоматериалы на китайском языке, слушать аудиокниги и подкасты и, конечно же, общаться с носителями языка. И самое главное, не пренебрегайте повторением пройденного материала. Хоть вы и будете заниматься активно, но со временем вы можете забывать пройденное и изученное, поэтому регулярное повторение необходимо. В заключение хочется сказать, что выучить китайский язык на уровень HSK-4 за один год вполне реально. Для этого необходимо посвящать ему минимум 3 часа в день, активно работать над расширением словарного запаса и развитием понимания китайской речи. Выучить китайский язык за год в Китае гораздо проще, чем самому. Поэтому, если у вас появятся вопросы, обращайтесь к нашим экспертам. Они ответят на все, что вас интересует. Ссылка на консультацию в описании к видео. Bye-bye!